Всем привет! С вами Комаров Виталий. Сегодня я хочу рассказать, как сделать печное колено из жести. Вот это вычисление вам потребуется знать. Само колено оно вот такое. То есть сразу по 90 градусов. Нужно знать диаметр. Диаметр мы умножаем на 3,14, и мы получаем длину развертки. Это мы прибавляем припуск на фальце. Ширина фальца умножаем на 3, получается припуск. То есть длину развертки мы к длине развертки прибавляем 3 ширины фальца. То есть если фалец 6 мм, значит прибавляем 18. Если 5 мм, прибавляем 15. Ну и так далее. Также нам нужно будет вычислить плечо, то есть это диаметр умножить на 0,28. Дальше вы увидите, где это плечо и что за плечо. Ну и, естественно, высота срезки. Высота срезки равна диаметру. Вот так вот. Вычисления они примерно выглядят так. То есть диаметр колена 120. На 90 градусов, 120 умножить на 3,14, получается 377 миллиметров. Ширина фальца у нас будет 6 миллиметров, умножаем на 3, прибавляем длину развертки. 18 плюс 377, получается 395. Плечо, диаметр умножаем на 0,28 и получаем примерно 34 миллиметра. Ну и в дальнейшем нам потребуется половина плеча, 34 разделить на 2, получится 7. Высота срезки, как и диаметр, равны 120 мм. При этом способе вычисления будет седло в срезке. Это, если вам это не нравится, хотите сделать поточнее, ищите в интернете, там способы начертания разверток этих тьма тьмущая. Так, что ж, поехали. Конечно, неудобно. Ой, как неудобно. Берем линеечку. Колено я буду просто делать вот высоту этого листа. Вот высота этого листа, как ширина, вернее. Вот такую буду делать. Итак, у нас по размерам мы должны отложить развертку 395 миллиметров. Берем и откладываем 395 с одной стороны. И 395 мы откладываем с другой стороны. Блин, как под камерой неудобно. Вот мы отложили 395. Отчеркиваем. Отмечаем линию. Вот у нас получается такая штука. Мы практически уже можем отрезать. Я это делаю не на заказ, ничего. Это я делаю чисто для видео. Из цветного железа. Так что... И не надо говорить, что у меня ножницы хрень. Я ими режу почти 10 лет. Вот именно этими. Так, ну что ж, ради интереса мы замерим высоту. У нас, 450, так? То есть 450 минус 120, это получится хреновое сколько получится. Да, без калькулятора мы уже не умеем. Ну, делаем 20 сантиметров высоту, 150 я вот сделаю, да? Отложили 150. Я ничего не считал. К примеру, у вас высота может быть какая угодно другая. Стараюсь чертить жирно. Вот получилась черта. На всякий случай у меня маркер есть. И я это самое, как говорится, обведу. Это сторона грунтовки, кстати говоря. Вот лицевая сторона, она здесь в пленке.
Так, откладываем 120 миллиметров. Так, в кадр попадаем, попадаем. 120 миллиметров. Это высота срезки будет. Туда, что ли? 120. С разных сторон смотреть на линейку как-то непривычно. Я привык на линейку смотреть с одной стороны. Так, 120. Здесь мы поделим эту часть еще пополам. Я буду делать шаблон рыбка. 60. И 60. Так, и теперь с одной стороны можно же отложить 6 миллиметров с этой, 12 миллиметров с этой. Можно по 9 миллиметров с каждой стороны. То есть, напоминаю, ширина шва у нас 6 миллиметров. Значит, 18 миллиметров припуск. Отчерчиваю припуск. С одной стороны 6 миллиметров, и с другой стороны я отчеркиваю 12 миллиметров. Вся эта разметка делается чисто для начала построения шаблона. Ну, в данном случае уже сразу, как говорится, отвода. Соединяем. У меня телефон прямо перед мордой. Не под него нырнуть, не на него. То есть у нас получилась вот такая вот штука. Такой вот прямоугольничек. Здесь у нас отметка пополам. То есть 120 мы разделили пополам, 60 миллиметров тут, 60 тут, 60 тут, 60 тут. Все. Здесь мы уже начинаем строить сам отвод. Вот забыл я еще сделать одно вычисление. На 4 разделить. Сейчас вернусь. Так, ну вот уж я вернулся. Я забыл сделать расчет 1/4 величины. То есть нам еще нужно отложить с одной стороны 1/4 и с другой стороны 1/4. То есть длину развертки мы просто делим на 4, и у нас получается, то есть не полная развертка 395, а 377. И у нас получается примерно там с копейками 94 миллиметра. Ну, я, например, вот ее откладываю один раз внизу и другой раз с другой стороны вверху. Можно делать наоборот. И вот здесь вот у нас начинается вот эти вот плечики. Нам нужно отложить 34 миллиметра здесь и здесь. 34 миллиметра здесь. И здесь откладываем. Блин, вот этот миллиметр я тут не вижу. Телефонка тычет. 34 миллиметра сюда. И 34 миллиметра сюда. Самый интересный процесс — это потом как это все сбить. И вот это вот самое главное. Секрет-то я вам и расскажу. Эк. Вот. Мы, получается, разметили вот эти вот плечики. У нас есть синюшный маркер. Это 1/4. И здесь 1/4. И плечо одно, плечо второе. Здесь середина высоты срезки. То есть так видней. Ну, вот как-то так. Теперь нам необходимо соединить вот эти точки. Сейчас я покрупнее сделаю. О, как хорошо видно-то. Вот
эти точки надо соединить, вот эти точки и вот эти точки. То есть эти как, друг за другом они идут. Кстати, чтобы соединить одну точку с другой, берем чертилку, ставим в одну точку, а вторую линейку просто прислоняем к чертилке и ставим ее сразу на вторую точку и соединяем. Вот что у нас получается. Опять S и 2. Так, ну, вроде прочертил хорошо. У нас получается вот такая штука. Дальше или линейкой, или штангенциркулем, или циркулем мы будем сейчас работать вот с этим 17 миллиметрами. Вот они. Так, сейчас мы сделаем чуть побольше, подальше. Так. Не обязательно использовать циркуль, достаточно использовать линейку. Вот мы отмерили 17 миллиметров и я рассказываю все подробно и откладываем сюда. Раз, два, три, четыре. Пятый у нас уже практически не помещается. И сюда. Раз, два, три, четыре. Видео про то, как чертить развертки, я уже укладывал. Ссылочка на них будет, но там я делал на 45 градусов. Так что, если вам это не терпится, вы смотрели уже то видео, можете перемотать. То же самое. Раз, два, три, четыре. Блин, мне приседать приходится. Обычно как-то нагинаешься, а это приседаешь. Так. Тут у нас идет. Раз. Два. Три. Четыре. Терпежание отмотаем. Так, теперь берем линеечку и начинаем соединять вот эти вот все линии. То есть то, что мы наметили. Вот мы крайнюю, две крайних соединяем. Это у меня чертилка мудить. Тихо. Так, и каждую последующую черту, вот этот вот мостик, мы делим его пополам. Можно на глазок. Хотите по линейке. Как хотите. И начинаем уже соединять здесь. Да, сейчас мы сделаем побольше. Еще раз я покажу, что получается. И вот так вот мы начинаем все соединять вот так вот со стороны камеры. Раз, опять мы пополам делим, соединяем здесь. И у нас нарисовывается такая плавненькая черта. Более-менее плавная. Достаточно для построения шаблона. Так, здесь то же самое делаем. Везде делаем то же самое. Конечно, кто то видео смотрел и кто пробовал делать такие штуки, ему сейчас интересно, как же это все сколачивается вместе. Молоток туда не лезет, размаха нет. Вот я вам все и покажу. То есть каждый мостик делим пополам и соединяем со следующей чертой. В кадре? Нет, не в кадре. Где кадр? Бог кадр.
Я там ни хрена не вижу. Можно сказать, вслепую что-то тут делаю. Ну, главное, чтобы вы поняли. Так, и вот у нас получается вот такое вот безобразие. И вот здесь мы режем по внутренней линии, как бы касательными идет. Сюда переходим тоже по внутренней линии. Потом переходим здесь на внешнюю, на другую сторону, и режем вот здесь, вот как бы касательными движениями к этой вот черте, к этой дуге мы режем. Вот так вот. Здесь с этой стороны режем, а здесь с этой стороны режем. Так. Делаем масштабис. Так. Режем. И не торопясь. И переходим на эту сторону. Вот у нас получается две заготовки. Так как мы будем все это собирать в одно целое, и пленка у нас, естественно, должна быть снаружи, то ж фалец будет с одной стороны и с другой стороны. То есть они должны как бы так-то... Ну, сейчас, короче, видим. Вот, это первый этап. Теперь сейчас делаем заготовку фальцевого соединения. Вывожу на край верстака. Вот так. Как мы помним, у меня здесь 6 миллиметров уже отложено. Отчерчиваем 6 миллиметров с одной стороны. Так. Здесь на 6 миллиметров уже есть. Тоже 6. Переворачиваем. И отмечаем здесь, с лицевой стороны, 6 миллиметров. И здесь тоже 6 миллиметров. Вот такая штучка получается. Чтобы нам вот это все не мешалось, мы это все дело отрезаем. Потому что они, эти углы, они вылезут потом в готовом изделии. Дальше есть такой инструмент киянка. Можно и молотком. Я сейчас собью одну молотком, другую собью киянкой. Вот это сейчас киянкой, а другую молотком. Сбиваем. Сейчас все дрожать будет, конечно. Блин, как все не видно. Как делать фальцевые соединения, у меня уже есть видео, и в конце этого видео будет вставка. Вы сможете перейти и сделать. Блин, как это все бежает тут. Сейчас я делаю просечку. Так, а почему здесь разметки нет, а она с другой получается стороны, да? Ага, все правильно. Давай, не делал.
В кадре есть. Так, увеличим чуть-чуть. Как-то так. Обычно такие вещи из крашеного железа не делают вручную. На машинах может быть. Правда, только не знаю тех машин, которые делают такие колена. Не надо путать с гофростанком. Вот у нас получается заготовочка. То есть фальц с просечкой. Ну, вот такая вот безобразие. Он свернется в круг и соединится. Так, делаем то же самое с другой заготовкой. Кому не нравится, перематываем. Показываю еще раз. Как же это все неудобно, господи. Чем один раз так снимать. Угу. Я даже не вижу, дрожит что-то в камере или нет. Без камеры, конечно, это все делается гораздо быстрее. Сейчас у нас режим самоизоляции. Заняться нехреном. Видишь, кто-нибудь жестянчиком выйдет из этой самоизоляции. Представляю, по России жестянчиками станут. О, классно будет. Вон мне не скучно будет. Я вам показываю все как есть. Так что попрошу не пинать. Не нравится — мотаю. Так, паузу ставим. Так, ну вот, достал я трубу свою. Она, конечно, так в другом месте лежит. И начинаем сворачивать. Кстати, вот это вот говорит о том, что железо довольно-таки упругое. Оцинковка сворачивается легче. Ну, в зависимости от того, какая это. А это прям не хочет. Никак. Сбиваем. Потому что неудобно, вот косячок есть. Но, ребята, я же делаю это не заказ, а обучающий. Косяки надо тоже показывать, да? Ну, вот такая штука получается у нас. То есть готовый с веской. И если присмотреться сейчас вот на камеру,
Видно вот проседающее седло этой штуки. То есть вторая часть, она уже вплотную не подойдет к этой. Так. Чтобы нам соединить это шов ко шву, нам практически нужно, чтобы вот эту заворачивать нужно лицевой стороной во внутреннюю часть. Но так как мы этого делать не собираемся, мы свернем это также на лицевую часть. И у нас вот этот шов, вот, он будет вот с этой стороны. Этот шов будет с этой стороны. Ну, железо, конечно, скалистое, куда там. Так, избиваем. Сейчас уже шов смотрит в другую сторону от камеры. Так, возвращаем мы как-то камеру сюда. Вот получились наши заготовки. Трубу мы. А, куда бы ее деть-то? Идите хумать. Так, у нас получились вот две такие заготовки. Когда мы их начинаем соединять, видим, что один шов здесь, а другой шов здесь. То есть, если вам надо, чтобы шов был с одной стороны, нужно смотреть, куда гнуть. И смотрим, как они соединяются. Ну, это еще даже ничего получилось, между прочим. Сейчас я поменяю местами, как с другой стороны. Ну, вот видно чуть-чуть щель. Но, в принципе, для этой штуки это не особо-то и страшно. Так, а теперь что начинается у нас? Начинается у нас самое-самое интересное. Нам нужно сделать отбортовку. Мы выбираем, на какой части мы будем делать большую отбортовку, а на какой маленькую. Ну, я сделаю так. Маленькую сделаю на маленькой. То есть, сейчас я 5 миллиметров отмерю на штангеле. Потому что штангель, он ничего не видит. Вот мы 5 миллиметров отложили. И по кругу изнутри мы отчеркиваем. Как тут показать-то? Можно сделать чертилочку. И то же самое ею отчеркнуть. Блин, мне перед этой камерой еще раком осталось загнуться. И все. Грунтовка плохо царапается. Так, а на другой мы отмечаем 10 миллиметров. Почему у меня такой штангель? Да потому что как таковой я им и не пользуюсь. Как штангелем. Он у меня как чертилка. Перед камерой в жизнь вообще неудобно. Блин, я сейчас заплачу. Так, и внимание, вот там, где мы делали большую, делаем большую отбортовку, мы с лицевой стороны тоже делаем примерно вот от середины, чуть поменьше, и до середины. У нас получается вот так вот. То есть мы отметили
бортовку с этой стороны и отмечаем тоже здесь с лицевой стороны. Вот теперь я опять останавливаю камеру, переношу все в другое место. Так, ну вот, сейчас мы начинаем делать маленькую отбортовку. Маленькую отбортовку делать проще. Поехали, я колочу, телефон трясется. Как делать отбортовки, у меня тоже видео есть. Так что кому что-то непонятно, в конце видео будет ссылка на видео. Так, теперь я поворачиваю слегка. Как-то. Вот так. Вот так вот что-то примерно должно получиться. За место рельс можно использовать трубу любую. Все что угодно. Так, эту мы отставляем. И сейчас у нас начинается самое интересное. Нам нужно отбортовать большую. То есть, когда вы будете ставить это все на уголок, я хочу показать вам. Вот так вот. То есть, молоток туда не пролетает. Не дает верхнюю часть. И для этого нужно чуть-чуть растянуть вот эту часть. Все эти, весь принцип отбортовки, он заключается на том, чтобы растянуть эту часть, и он практически сам отходит. Вот мы берем и начинаем растягивать по той линии, которая у нас снаружи. Вот этот самый главный секрет такой, чтобы сделать колено на 90 градусов. И таким образом у нас уже получается так вот, начало отбортовки. Ее впоследствии можно уже продолжить на уголке.
кадр-то попадаю. Нифига себе, где? Вот так вот сделаем. Ну, уголки уже продолжаем. Также отбортовку сначала идем вверх, чтобы немножко освободить место для пролета молотка сюда. Хотя тут уже не мешает. Когда делаете уже большую отбортовку, удар должен быть посерьезней. Ага. Сюда могу? Могу. Самое основное, растягиваем шов. Металл тонкий, столистый, поддается плохо. Так, возвращаемся на свою рельсу родную. Сюда рельса родная. Ну и добиваем шов, чтобы он был в одной плоскости. Так, ну, что-то такое у нас должно получиться. Теперь нам надо здесь сделать отбортовочку сюда, чтобы зажать второй элемент там. Переворачиваем. И камера мне здесь совсем прям не катит. Как же мне встать-то? С какой стороны чего стоять, как молоток бить. Есть у меня видео про это. Все они будут или в описаниях, или же еще где-то в заставках. Смотрите. Пленочка вот так вот начинает рваться все.
Так, ну, как-то что-то у нас получилось так. Так, теперь мне надо камеру перенастроить, чтобы показать, как соединить все это вместе. Ставим на паузу. Так, ну вот они, две заготовки. Нам их надо теперь чуть сбить. Так, видать. Мы сейчас вот немножко наклоним здесь, чтобы это все не выскакивало. Просто наклончик делаем. И все. И у нас вот эту штуку надо впихнуть вовнутрь этой штуки. И начинаем потихоньку сбивать. Здесь у нас упор она имеет. Она никуда не денется. Начинаем сбивать. Шов примерно мы выставляем вровень с тем швом, то есть с этой стороны и этой стороны, то есть они должны быть где-то на одном, как-то в одном положении, друг против друга. Во. И потихонечку начинаем все это дело сбивать. Так как у нас седло есть, мы про это седло не забываем. Сейчас вот она здорово себя покажет. Это седло. Вот она. Щель получается. И когда мы начинаем его сбивать, диаметр начинает расходиться. То есть из круглого превращается в какой-нибудь. Как правило, превращается в треугольник. Так. Чтобы нам от этого уйти, как-то делаем так. И потихонечку, не торопясь, все это дело сбивается. Так. Переверну. Напоминаю, что не только рельсы могут использоваться здесь. Здесь можно использовать и, например, трубу. Так, как-то плохо. Направку нужно до конца одеть. Сейчас я камеру опять поверну. Вот так. Вот. Ну и начну сбивать. Смотрим, чтобы конец оправки подходил прям к корпусу. Так, ну вот. Теперь продолжим сбивать. Где-то будет видно-то. Что-то я камеру как-то не с той стороны поставил. Ну да ладно. Правильно. Не упадешь. Ну да добьешься. Блин. Сейчас я камеру переставлю на другую сторону. Так, ну вот тоже одна интересная темка, как говорится. Вот это как сбить. Мы же если здесь будем начнем. Ух, пожалуйста. То мы просто положим фальцы в обратную сторону. Берем линейку старенькую. Пошли.
все. Смотришь, что ты в кадр там. Ну, почти попадало. Повернем. О. Ну и теперь начинаем мой петушок заводить. То есть мы вот эту штуку переворачиваем. Оправка у нас где-то должна быть до середины вот. Да, ну, конечно, пленочка вся раздолбалась, так сказать. Вот такой вот отвод на 90 градусов получился. Сразу скажу, кто ни разу вот такую хрень не делал, ребят, у вас навряд ли получится. Если хотите научиться, закупайте прям целый лист себе и долбите, сколько лезет. Так, ну что ж. Я вам показал самый главный секрет вот этого безобразия, как его делать. Кому интересно, тужитесь, пробуйте. Я вам скажу, что это дело нелегкое, особенно для новичка. Даже с прямыми руками, с очень прямыми руками, тоже тяжело. Отписывайтесь в комментарии, у кого что получилось. Кто сколько железа испортил. Мне очень интересно. Подписывайтесь на канал. До свидания. Ставьте лайки.